Это моя земля. Эта земля услышала мой первый крик. Здесь прошло мое детство. И первую любовь я узнала здесь. Мои дети бегали по этой земле. Здесь я перенесла все горе и несчастье войны. И на этой земле я встретила победу. Тебе тоскую. Знаю. Я часто вспоминаю тебя. Знаю. Трудно пришлось. Многие вернулись назад. Нет. В этот день мы с Алиман были в поле. Чуть свет принялись за работу, чтобы пораньше окончить свою борозду. Солдаты идут! Солдаты идут! Вставайте! Вставайте! Солдаты идут! Скорее вставайте! Солдаты идут! Солдаты идут! Солдаты идут! Эй, люди! Люди! Что же вы спите? Солдаты с фронта идут! Скорей! Не задерживайтесь! Солдаты возвращаются! Айша, сходи, позови Долганай. Это зачем же? Ей-то кого встречать?
Родная моя. Ашералы. Сестренка. Мы тебя так ждали. Родная. Ашералы. Эй, люди! Что ж мы стоим? Это же наш Ашералы! Ашералы вернулся! Ашералы! Скоро! Скоро все придут! Все вернутся скоро! Мама! Мамочка! Мама! Наконец-то я тебя дождалась! Вернулся мой сын! Мой сын вернулся! О, победа! Мы так долго тебя ждали. Мы истосковались, ожидая тебя. Здравствуй, победа! Благословляю тебя. Прости наши слезы. Прости мою невестку Алиман, которая билась головой на груди Ашералы и спрашивала, где мой косым? Прости всех нас. Сколько мы лишились родных, пока дождались тебя. Прости наши крики, где остальные, когда они вернутся? Вернутся, все вернутся, отвечала Ашералы. Прости меня, победа. А когда я целовала Ашералы, я думала, что встретила Джайнака, Маселбека, Касыма, Суванкула. Прости меня, победа. Тогда я вспомнила свое детство. Жестокие побоища родов и племен. Я лишилась отца и матери, осталась сиротой. Я проклинаю тяжелые дни моего детства. Сколько смертей, сколько несчастных. Разве человек не может жить без этого? Если бы я могла, я бы сделала так, чтобы все люди жили в мире. Мама! Мама! Ha 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 ha!
Когда я вспоминаю свою юность, мне улыбается мир. Я тоскую по этим дням. Вспоминал ли это время Суванкул? Я забыла спросить у него об этом. Сколько уже прошло? Но человек слишком поздно познает настоящую радость юности. Это жатва, лунная ночь, земля, вода, воздух, небо, яркое солнце. Все это было прекрасно, словно создано только для нас. Мы будем счастливы. Мы твои дети, земля, а ты наша мать. Дай же нам счастье. Ура! 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 Чего кричите, бесенята? Какой вам еще трактор? Замолчите! Трактор ведут, трактор ведут. Это здорово. Вот когда мы заживем. Баси! Мазербе! Джайнак! Вот я вас сейчас! Отойдите! Отойдите, вам говорят! Ну что вы, трактора никогда не видели? Ну под колеса попадете! Говорят, вам отойдите все, слышите? Справили свадьбу Аширалы. Если бы вернулись мои дети, я бы тоже устроила той. Ну, хотя бы Касым вернулся. Как теперь быть с Алиман? Как жить с ней под одной крышей? Может быть, и найдет она человека, которого и полюбила бы даже. Другие солдатки так и поступили. Многие нашли свое счастье. Но Алиман на беду свою не сумела забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Да и я не в силах расстаться с нею. Эй, глядите, наша взяла, наша впереди. Нет, соседи. Наши впереди, я лучше тебя вижу. Плохо видишь. Хватит! Смотри, что учить меня вздумал! Смотри, соседи! Вот сопляк придет домой, я им покажу! Я говорю, смотри! Я понял.
Генерал! Наши! Наши! Вперед, наши! Они победят! Нечего руки распускать! Ты видишь? Я говорил наши! Наши! Впереди. А он говорит, плохо видишь. Я-то плохо вижу. Молодцы! Эй, Айли! Бросай козла во двор, Алиман! У них дом на замке, а сама она здесь! Дедушка, я с тобой пойду! Иди домой! Я с тобой хочу! Пошел домой, безбожник! Надоело мне на тебя кричать! Я с тобой! Спойте еще, дедушка. Нет, хватит, у меня уже горло устало. Теперь пусть молодые споют, а мы займемся угощением. Видите, какие вкусные вещи здесь? Слушай, когда ты наконец женишься? А куда мне торопиться? А ты чего? Что? А ты когда? А свою куда я дену? Да, это верно. Вон Ашаралы не успел вернуться, уже женился. Эй, Ашаралы, выпей с нами. Сейчас, сейчас. Первое богатство – здоровье, а второе – свадебный платок. Эй, Суюмбек, а почему ты живешь холостяком? Сперва ты женись, а потом уж и я. Я и хотел бы, да не могу. Искалечила война. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Куда это она? Куда ты, Толгана? Пойду я. Что-то мне не здоровится. С сердцем плохо. Алиман, не бойся меня. Не подходи. Тебя кто-нибудь обидел?
делать, мама? Как дальше жить? Эх, дочка. Когда плакала Алиман, я вспоминала те дни, когда в глазах ее не было тени грусти. Кто мог подумать тогда, что такое может случиться? Всегда веселая и ясная, как солнышко. Я не могла наглядеться на них. Так они были счастливы и прекрасны. Толганай, ты бы лучше дома сидела. Алиманов без тебя справится. Ничего, девочки, я еще не так стара. Что это вы затихли? Силенок, видно, не хватает. Скоро совсем отстанете. А вы что задаетесь? Нам некогда песни петь, нам работать надо. А ты бы лучше на себя поглядела, чем на других смеяться. Еще неизвестно, кто из застрашек кончит. Вам за нами не угнаться, не старайтесь, вы уже старенькие. Мама, попробуйте. Хлеб первого урожая. Да. На, попробуй. Мы же твои дети, земля. Будь к нам всегда добра. Так в этом году началась война.
я с ними потанцую, ей богу. Он танцует, правда, отец? Неудобно. Ну что тут такого? Нет, только один раз. Спрячь голову, сынок. Так-то лучше. Ладно. Осторожность никогда не помешает. И письма пиши чаще. Не забывай своего старика. И вот еще что. Будь всегда поближе к друзьям. Становись! Остроиться! Эй, вы что, не слышите? Время трогаться! Стройся быстрей! Погоди еще немного, да, сынок. Куда ты спешишь? Не лезь не свое дело. Становись! Строится! Прекратить разговоры! Кармишаев! Я! Косовалиев! Я! Асаналиев! Я! Эсенкулов! Я! Убыкеев! Я! Чемырбаев! Я! Сенькин! Я! Саперов! Я! Хосубалиев! Я! Жумалиев! Я! Садыков! Я! Сенебаев! Я! Майоров! Я! Нуханов! Я! Осокин! Я! Кундашев? Я. Ашимов? Я. Абисимов? Я. Кадыралиев? Я. Курманалиев? Я. Искандеров? Я. Суванкулов? Я. Смотреть правде в глаза. Меня тоже могут призвать. Как же я буду жить? Как и все другие. Джайнак уже большой. Когда люди перестанут воевать? Чего им не хватает? Тише ты. Детей разбудишь. Помогай матери. Стареет она. А обо мне не волнуйся. А все-таки ты мне скажи, неужели люди не могут жить без войны? Откуда я знаю? О нас ты не беспокойся. Себя береги. Thank you.
так дома не успели достроить. Сейчас это ни к чему. И камней хватало, да все некогда было. Если б не война, осенью справили бы им новоселье. Ты плачешь, Толгон. Выплачь все слезы сразу, чтоб на людях их не показывать. Толгон, тебе придется не только в поле работать. Теперь будешь вместо меня бригадиром, потому что воили некого больше на это дело поставить. Что ты мне сейчас говоришь о бригадирстве? Разве это у меня в голове? Завтра сядешь на моего коня и примешься за работу. Алиман очень трудно. Заботься о ней. У нее, кроме тебя, никого нет. Прощай, Толгон. Суванку, у тебя ноги больные. Ты смотри, растирай их на ночь. Суванкул. Ну? Прощай. Тетушка Толганай, телеграмму пришла. Телеграмма из Новосибирска. От вашего сына. Вот, возьмите. Отправляйтесь сейчас же на станцию. Сын ваш будет проезжать. Я велю заложить вам телегу, тетушка. Встречайте сына. Что же это? Разбитые вагоны. О, Господи. Мама, я ему дам свой тулуп. Как хочешь, сынок.
Слушайте, вы чего здесь стоите? Идите на станцию, погрейтесь. Идите, идите. Ты замерзнешь, сынок. Ничего, мама. Спросим у него. Ага. А вы что стоите? Я вот тут, милый, получила телеграмму от сына. Он будет на поезде проезжать. Брат из Новосибирска едет на фронт военным эшелоном. Военным эшелоном. Да вы знаете, сколько их здесь за день проходит. Если не опоздает сегодня, придет. А может быть, уже прошел. Да что вы здесь стоите, мерзнете? Вы идите на станцию, а здесь там тепло. Нельзя. Мы постоим. Идите, а то он замерзнет. Мама, пойдем. Пойдем. Поезд подойдет, мы услышим гудок. Ну да, как услышите гудок, выходите встречать. Здесь свободно? Нет, сынок, занят. Он пошел покурить. Мама, вот здесь есть свободное место. Нашел? Алиман, идем. Что с ним? Заболел? Да нет, он все время такой. Бомбили нас дорогой. И куда вы теперь с ними? Сама не знаю. Все равно куда. А маленькому-то сколько? Не знаю. Не мой он. Идет поезд. Гудок. Я ничего не слышала. Нет, гудит. Гудит! Бежим, Алиман. Посмотрите, я без них не могу. Тише. Тише. Успокойся. 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 Лимон. Если есть лимон, лучше нет лимона. Отрежьте пол лимона. Потом еще у меня есть эти. Я кладу в борщ поджаренную.
колбасу, понимаете, нарезаете, лучок туда. Это полное время. Самый похожий это я себе позволяю, это вкусно потому. Ну, до этого поставьте, значит, на холод куда-нибудь водочку, чтобы она отравилась, запотеет у вас, польете себе немножечко, значит, водочки. Мама, поезд идет, поезд идет! Наконец-то, бежим! Мамочка. Мама. Не надо. Не плачь. Оставьте меня. Мальчик. Сыночек. Мама. Мой. Пойдем. Удалось мне обнять на прощание Масселбека. В последнем письме он писал мне: «Мама, не мы выпросили себе войну, и не мы ее затеяли, но мы не пожалеем ни сил, ни жизни, чтобы уничтожить тех, кто принес нам горе. Ты еще будешь гордиться мной, мамочка». Масселбек. Сыночек мой ненаглядный. Я его любила больше всех. Благословите нас с началом пахоты, Аксакал. Да поможет вам дейкан Баба, покровитель хлеборобов. Омин.
Пусть сбудутся ваши слова. Долгонай, тебя вызывают в райком, сам начальник. Я за тобой приехал. Ну что ж, поедем. Эй, Жумабай! Эй, Жумабай! Продолжай без меня! Я в райком поеду! Чу! 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 Слезай, Долгонай, слезай. Что тут случилось? Скажите, что вы здесь стоите? Что случилось? Долгонай, крепись, родная. Убили Касыма и Суванку. Мой сын Суванку! Мой муж! Мой Касыма! Когда же без них жить? Как жить, скажите? Долгонай, я не хочу жить! Я не хочу жить! Почему ты по отцу не плачешь? И брата тебе не жалко? Джайнак, стой! Куда ты? Куда ты бежишь? Джайнак! Джайнак, Джайнак, стой! Подожди, Джайнак! Ты что, Джайнак? Джайнак! Остановись, Джайнак! Что мне делать? Джайнак! Мама! Мамочка, что с тобой? Что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Ты говоришь неправду, что-то случилось. Он убежал. Убежал на фронт. Кто? Джайнак. Глупый мальчишка. Ему и 18 нет. Ушел, ни слова матери не сказал. Сынок мой, мальчик мой, как ты мог бросить свою мать? Как ты мог уйти? Почему ты мне не сказал? Почему ты не простился? Ведь я же твоя мать, Джайнак. Как ты мог так уйти, мальчик мой? Я проклинаю войну. Проклинаю! Мама, не надо! Будь проклята, война! Мамочка! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Успокойтесь, мамочка, не надо! Успокойтесь! Мама. Они убили моих детей! Они убили моего мужа! Я проклинаю вас всех! Проклинаю вас! Проклинаю вас всех! Да пойми ты, мы дадим зерно, оно вернется нам старицей. Не посеем сейчас, потом хуже будет. Сказала, не дам, значит, не дам. Напрасно ты время теряешь. До осени еще далеко. Дожить надо. А чем я детей кормить сейчас буду, если все отдам? Ты, что ли, поможешь? Эй, Долгонай, она верно говорит. Чем детей кормить, если все отдать? У, ненормальная. Правильно. Ладно. Сейчас у тебя есть хлеб. Но ведь он кончится. Где ты его тогда достанешь? Вы что же, хотите, чтобы люди на фронте с голода умирали? А мы Гитлера напишем.
Да пропади ты со своим Гейтлером, нужен ты ему очень. Нужен? А что, всем колхозом ему напишем? А ну тебя! Да бросьте вы говорить глупости! Не только тебе одной туго приходится, и остальным не легче. Ну что ж ты молчишь, говори, дашь или нет? Что ты уставилась? На! На, бери! Бери и успокойся! Иди. Не плачь. Ну что? Что вы на меня глазеете? Думаете, небось, что я это зерно собираю для себя? Нам оно нужно для посева. Каждый, у кого есть совесть, должен отдать все, что у него есть. И больше я вам ничего не скажу. Отдай зерно. Детей, что ты делаешь? Не отдай! Долганай, как тебе не стыдно? Не будь зверем! Отдай зерно! Едем. Пожалеешь, Долганай. Бекташ, а у вас есть семена? Есть немного. Мешки за печкой. Пойди, принеси. Нет, Толгонапа. Лучше вы сами. Толганай, напрасно идешь, у нее ничего нет. А да ну вас. Айша, для посева нам нужно зерно. У тебя есть? Все, что есть там. Бери, если надо. Отвезите это зерно в поле. К рассвету я сама приеду. Нужно начать как можно раньше. Нечего время терять. Ну, поезжай. Ладно. Кто тебя связал? Где семена? Куда они делись? Бекташ. Где? Там. Бекташ! Кто тебя так? Бекташ! Забрали. Зерно! Кто забрал? Джакшинку и с ним еще двое. И поскакали. Они в гору везли. Все, зерно. Все. Так и не догнала Джакшинкула. Все знают, что ты вор. Зерно ты украл. А ты что видел? За руку меня поймал. Толганай, Толганай, лучше бы ты не ходила. Ай. Не путайся в это дело, Толганай.
А кто увел лошадей, как не ты? Толганай может это доказать! Она-то знает! А ты дезертир и вор! Кто? Толганай докажет! Можете хоть 100 раз называть меня вором, это вранье! Вранье и только! Кто? Кто видел, что я воровал? Товарищ следователь, разве можно обвинять человека без фактов? Я же эту Толганай в глаза не видел! Я был на фронте, я воевал, я кровь проливал за свою родину. А вы тут чем занимались, а? Мы колоски собирали, чтобы накормить детей. Ты не человек, ты зверь, гниль. Ты украл семена. Мы их собирали по всем дворам. У детей своих отнимали, чтобы посеять. Ты вор, вор! Как ты смеешь называть меня вором? Это неправда. Если надо, я могу вам отдать свою последнюю рубашку! Оставь ее себе и отдай семена! Вы мне не верите? Не верите? Ну в чем моя вина? Человек жить хочет! Каждый человек хочет жить! Да будь ты проклят, Джекшенкун! Убитые пусть тебя проклянут! Дети пусть проклянут тебя! Толганай! Толганай! Ну что там было? Мой муж семена украл. Ради моих детей скажи. Скажи, Толганай. Отстань от меня. Ах ты, карга одинокая! Отпустите! Отпустите меня! Все правду ищет! Ей нужна справедливость! Заткнись, мой рот! Ты бы лучше за собой смотрела, старая чертовка! Откуда у твоей невестки живот? У тебя под самым твоим носом она забрюхатила! А ты куда смотрела? Обе вы бесстыжие! Обе вы бесстыжие! Уймите вы ее! Ищите! Ищите теперь вместе вашу правду, проклятая бабылиха! Бог тебя за это и наказал! Хочешь моего мужа в тюрьму запрятать? Хочешь, чтобы и я шлюхой стала? А я не хочу! Слышишь? Не хочу! Не хочу! В этот день Алиман ушла от меня. Я ничего не могла сделать. Родственники ее не особенно добрые люди. Как она с ними уживется? Характер у нее мягкий. Как бы ее не обидели. Теперь я осталась одинокой. Мама! Почему ты вернулась? Сама не знаю. Если из жалости, то напрасно, дочка. Нет. Нет, мама. Просто я не знаю, что делать. Как дальше жить? Так же жить, как все люди. Война есть война. Свое горе. Свои заботы. А зачем люди воюют? Ведь это так страшно. Больше всего от войны страдаем мы, женщины. Этого я не знаю.
Видно, такова наша доля. Что же нам делать? Быть терпеливее и сильнее. Ой, как это трудно. Косым. Маслбек. Джайнак. Суванков. Алиман. Алиман. Молодец. Эй, Алиман! Куда она забралась? Алиман! Девочка моя, почему ты мне ничего не сказала? Умираю, я умираю, мама. Не говори, не говори так, девочка. Ой, ой. Мама! Ай! Ай! Айша! Айша, проснись! Айша! Потерпи, доченька, сейчас тебе будет легче. Ну, хоть немножко потерпи. Бекташ, Бекташ, помоги мне, подними Алиман голову. Я боюсь. Ну, чего ты боишься? Подними ей голову. Ну, потерпи, потерпи, Алиман, терпи. Ну, вот, и легче стало. Прости, мама. Прости меня. Да ну что ты обо мне, доченька? Лежи спокойно. Уйти от нас, Алиман. Свет ты мой ясный. На кого ты нас покинула, Алиман? Вот и простилась я, Алиман. Она ушла к вам, Суванкул. Если бы не жестокая война, разве было бы так? Примите ее с уважением. Thank you.
Дети тебе шлют привет. Курево у тебя есть? Дети привет тебе шлют. А мой внук растет? Уже большой. Хоть разок бы его увидеть. Пусть будет он счастлив. Будьте счастливы. Будьте счастливы.